Всех приветствую на канале «Просто обо всем». Михаил Илюшин. Вот продвигаемся по улице Радищева. Музей Радищевского островного здесь будет улица. Театральная площадь. Направо поворачиваем. Имейте в виду, что здесь надо пропускать пешеходов. И в рабочее время, дни, вернее, стоят пост ГИБДД. Чуть дальше. Вот, сейчас даже где заворачивает этот фургон, как раз они находится. Вот проехали с правой стороны музей Радищева, а слева были корпуса сельскохозяйственного института, раньше он назывался. Дальше продвигаемся, видим наш театр оперы-балета на реконструкции. А также, если остановитесь на паузу, вот здесь вот около машины с правой стороны видите, все силуэт идущего человека. Это памятник Олега Табакова, известного нашего артиста. Напротив был дворец творчества детей, где он там занимался в свое время. Доехал, вот закончилась театральная площадь улиц Максима Горького, пересекаем, сюжет есть, смотрите. И продвигаемся дальше. Большая казачья у нас одностороннее движение, имейте это в виду. Начинается от Максима Горького и до самого ЖД вокзала нашего. Выходной день был, субботний, видите, машин мало, людей мало. А так в рабочие дни дорога сужается до расстояния, так сказать, до ширины одной машины практически. Стоят все по всем сторонам, по двум сторонам. О, подъезжаем к улице Вольской, сюжет есть. Смотрите, будут рекомендации наверху. Пересекаем. И следующая будет улица Чапаева. С правой стороны, вот видите, такое красивое здание. Это у нас театр юного зрителя. Отстроенный давно. Вот. Никак туда не попаду, посмотреть, что там. Но это пандемия, и как бы думаю все-таки сходить своими девчулями. Улица Чапаева пересекаем. Смотрите, тоже сюжет есть. Дальше мы двигаемся к улице Рахова. Ну, я как говорил, что это субботнее утро. Машин здесь парковаться мило дело. Никак все-таки в рабочие дни в центре города найти место для парковки практически невозможно. Но есть стоянки, вот одну там проехали, если вы заметили. Платные 50 рублей в час, но спасает иногда. Вот подъезжаем к улице Рахова. Сюжет также есть. Пересекаем. Двигаемся дальше. Все одностороннее движение. Не забывайте, здесь на Большой Казачьей. А раньше она называлась в советское время 20 лет ВЛКСМ. Улица, вот я помню. Проезжаем. Сейчас небольшая улица будет, улица Пугачева. Видите, пешеходные переходы нерегулированные, имейте в виду. Подъезжаем к Астраханской улице. Астраханская, также у меня есть видеосюжет уже, смотрите. Сейчас будем пересекать трамвайные пути. И после пересечения трамвайных путей как раз улица Астраханская, другая полоса в сторону Заводского района. А это у нас уже корпуса с правой стороны СГУ. Саратовский государственный университет раньше назывался, сейчас тоже будет университет. Так, подъезжаем сейчас к улице Университетской. Это все с правой стороны, все это корпуса, учебных корпуса. Университетскую пересекаем. Движемся дальше. Ну, там уже скоро останется два квартала. Следующий Степана Разина улица. Тут уже, видите, троллейбусы ходят, имейте в виду, на встречу пойдут. И вот она, Степан Разин, следующая от Карской. Там уже виднеется у нас стадион «Локомотив» и ЖД вокзал уже. А там по Откарской следующий можно по кругу проехать, но это уже другая будет история, другое видео. На этом заканчиваю. Смотрите, следующее видео. Московское шоссе.
продолжение Шахурдина. Дальше анонс небольшой сделаю. Будет еще рубрика продолжение «Жизнь на кухне», рецепты. Также съездил к другу усадьбу Ласточкина, эта усадьба в Лосогорском районе тоже выставлю, так что смотрите. Всем спасибо за просмотр, а также спасибо за комментарии и предложения. До встречи, всем пока-пока.